Добрый день, уважаемые подписчики! Сегодня у нас Nissan X-Travel 2014 года. Заменим мы на нем масло в двигателе, фильтр масляный, воздушный и салонный. Для этого мы сейчас поднимаем автомобиль и сливаем масло. Пока будет сливаться масло, мы заменим фильтра. Приступаем. Вот, поднял автомобиль. Здесь защита, в защите есть прорезь. Очень удобно. Не надо снимать ее, видно пробочка на 14, откручиваем ее, овальное отверстие позволяет, не вымазав ее, слить масло. Приступаем. Так вот, поставил тазик, сорвал пробочку и удлинителем сейчас ее выкрутим. Все, пусть стекает у нас масло. Ну что, закрутил пробочку, слилось масло. Защиту все равно я снял, открутил 4 болта, сзади 2 ослабил, а спереди 2 открутил, потому что масляный фильтр у нас все равно находится снизу. Вот он, наш масляный фильтр. Будем его откручивать крабиком. Вот он, наш фильтр. Берем, устанавливаем новый. Масло, которое стекает, мы его потом смоем очистителем. Масляный фильтр мы будем использовать фирмы Портсмал. Вот такой вот фильтр. По Портсмалу он идет ПБВ-108. По оригиналу он идет 15208-65. F20. Вот такой вот фильтр. Корейского производства. Хорошего качества. Наливаем в него масло. Масло мы будем использовать оригинальное. Ниссановская 540, оригинальный номер его КЕ 900 942, 5-литровая банка, оригинальное масло. Закручиваем фильтр. И смываем. Так, кончился.
Все, сам очиститель, он испарится. От него и следа не останется. Ставим на место защиту. Ну вот, опустили автомобиль. Под капотом меняем сейчас воздушный фильтр двигателя. Для этого открываем две вот этих защелки и сдвигаем ее. Получается, здесь как кассета вытаскивается фильтр. Грязи очень много под фильтром, поэтому мы сейчас возьмем компрессор, закроем воздухоприемную трубу тряпкой и компрессором там выдуем. Подлазим, затыкаем тряпкой. И выдуваем. Вот столько там всего накопилось. Убираем тряпку. Берем, протираем здесь кассету. Маленько. А лучше продуть ее. И устанавливаем новый фильтр. Новый фильтр будем использовать фирмы Big Filter. Номер его идет. ГБ-915. Поправляем и вставляем кассету на место. Опускаем и задвигаем вот сюда в соединение. Так, почему он у нас не заходит? А, все, он заходит. Вот, честно сказать, сделали удобно. Все. Воздушный фильтр мы заменили, масляный заменили. Теперь заливаем масло. Также возьмем, сейчас немножко продуем. Поставил воронку, заливаем масло. Масло мы заливаем ниссановское. Номер я уже говорил, масло. Вливаем где-то 3,5 литра и проверяем уровень. Потом подливаем уже до необходимого. Сколько здесь емкость, я пока не знаю. Продолжаем. Залил, получается, 4,5 литра масла. Вот столько на щупе. Закрываем пробку. И идем. Сбрасываем межсервисный интервал. Включаем зажигание. Нажимаем на кнопку. Нажимаем кнопку до настроек. Вот настройки. Теперь мы берем, нажимаем
настройки. Так, настройки. Теперь мы поворачиваем эту кнопочку влево. И поворачивая вправо, мы ее опускаем до техобслуживания. Теперь мы ее нажимаем. А, выбираем вправо до сервиса. Нажимаем. Выбираем сброс. Нажимаем. Сбросили, видите, первая цифра 0 стала. Вот таким образом проходит сброс. Техобслуживание. Так, ну все. Выключаем зажигание. Включаем зажигание. Все, у нас этот пройти сервисное обслуживание потухло. Все, у нас нету этой надписи. Но так сбрасывается межсервисный пробег. Теперь мы меняем салонный фильтр. Салонный фильтр у нас находится со стороны водителя за педалей газа. Вот она, крышечка, которая его закрывает. Чтобы по-хорошему к нему подобраться, нужно с ним откручивать педальный узел. Тогда мы сможем уже не, как говорится, ничего не мешая снимать. Но мы сейчас сделаем это, не откручивая педальный узел. Снимаем вот эту накладочку. Для этого мы ее сдергиваем с клипс и выводим вот из этой направляющей, которая туда одевается. Теперь мы берем и снизу отщелкиваем крышечку. Надо отверточку взять. Поддеваете вот эту крышечку, она просто защелкивается. Ну, не сильно, чтобы ее не сломать. Вот она, видно, отошла. Отводите ее и убираете. Вон он, наш фильтр стоит. Судя по тому, что он сжатый, его ставили точно так же, как и мы будем это делать сейчас. Никто ничего не разбирал. Нажимаем посередине его. Поддеваем сначала снизу аккуратненько, чтобы он у нас сюда вышел. Очень неудобно его придумали ниссановцы, что на Кашкае, что на Экстревеле. Вот сначала поддели низ, а теперь его можно выворачивать сюда. Вот с него все сыпется, видать, давно уже не меняли. Новый фильтр мы будем Цитрон наш российский 9.7.372. Есть здесь стрелки, вот они. Они направление в салон показывают, поэтому устанавливать будем его так. Также берем его, сжимаем посередине. Вот таким образом. И заводим туда. Немножко надо извернуться, но тем не менее это можно сделать.
образом он заходит, он как бы сам ложится. Единственное, вот здесь вот через педаль, когда проводите, а дальше уже потряхивая его вверх-вниз, он встает. Заводим сначала вверх, вот он вверх зашел, и заводим вниз. Все, вот получается, фильтр мы установили. Теперь берем крышечку и поднимаем ее вверх, вот здесь, где она защелкивается. Вот таким образом. Да, неудобно, но заменить можно. Фильтр мы поменяли. Теперь на место устанавливаем вот эту боковую накладку. Заводите ее вот на эту направляющую. И по бокам вот здесь защелкиваете. Все. Ну что, на этом мы ТО сделали. Фильтра масла. Масло в двигателе мы заменили. Сервисный интервал сбросили. Всего вам доброго!